Друзья, я вас приветствую. Чем брить писос? Как убрать растительность ниже пояса? Чем выбрить пах? И это видео подойдет как мужчинам, так и женщинам. Думаю, оно будет полезно и интересно. Смотрим абсолютно все. Ну а пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал поехали Друзья, есть разные у нас вещи, о которых мы уже с вами говорили. Вот все это есть. Но об этом я обещал видео снять, и я свое желание, как говорится, и э, ваше желание воплощаю в реальность. Такая штука, брал я ее на эйхербе, покупал я ее по промокоду. Прежде чем снимать видео, я ее сам протестировал. Чем она хороша? Эта штука это называется жидкий депилятор волос. То есть он полностью депилирует волосы жидко. То есть это крем, нанес. Его и он волосы убирает. Слышали вы об этом, не слышали, но не всем он подходит. В чем суть? Э -э могут быть аллергические реакции. Сразу предупреждаю. Мне лично он подходит. Но комфортнее мне делать, например, вот этим. Вот среди всего, вот этого мне комфортнее вот это. Мы сейчас говорим именно о том, как правильно выбрать яйца, выбрать пах, и мы говорим о том, что как, чем бреют женщины. Так вот, мне именно женщины посоветовали. И вы не смотрите на том, что написано мэн, именно женщины. Как он действует? Вот такая штука сверху, что тоже удобно, дозатор. Сразу хочу сказать то, что он тут закрытый. То есть вы должны будете его открыть. Вот так открывается он убок и закрывается. И вы наносите, друзья, нанесли, Растерли, чтобы оно слоем взялось именно, да, слоем и ждете минут там, ну не знаю, некоторые 5 минут ждут, я пытаюсь ждать 10-15 минут. Далее хорошая мочалка, я это смываю, именно мочалкой, все смыл, промыл и сильно не растираю потом. Как правило, мне хватает надолго. Волос убирается быстро. Некоторые делают шкребком. Но, как я сказал, я делаю, все помогает шикарно. Лучшее средство, пока я лучше не встречал. Но аллергия есть у некоторых людей. У некоторых нету, как у меня. У некоторых есть. Подходит и мужчинам, и женщинам. Очень сильно его вот эта штука, это профессиональная штука для бодибилдеров. Они убирают там на груди волосы везде, везде, везде. Как его заказать, ребят? Смотрите, есть на iHerb, можете прописать, его сразу выбит. Если не можете найти, напишите мне в комментариях. В комментариях, комментариях под видео я вам дам на него и скидку, и ссылку. Думаю, здесь понятно, по какому промокоду заказывать. Вот, друзья, этот промокод. Всегда мы используем этот промокод, то есть вот он снизу. Он подходит для всех стран, поэтому при заказе всегда вписывайте его. Еще раз повторю, это мы брали на iHerb и вот на него уже промокод. То есть на все посылки, которые вы бы не заказывали на iHerb, на все посылки. Всегда используйте этот промокод. Мы проверили огромное количество промокодов. И самый лучший промокод это вот этот. Потому что он пожизненный, он дает максимальную скидку, действует для всех стран что немаловажно, бесплатная доставка, куча акций по нему. И неважно, Казахстан вы, Украина или любая другая страна, он максимально классно действует. Четкий промокод, лучше я не встречал, мы много проверили. Поэтому используйте всегда его. Как вообще сделать первый заказ? Смотрите, прямо сейчас вы просто переходите под видео, прямо сейчас под видео, переходите в описание. И при переходе в описание, друзья, открывайте. Вот и смотрите. Смотрите, в описании вы найдете: э, Как сделать заказ первый. Вот инструкция. Она в картинках. Можете разобрать, посмотрите, она всем подойдет. Вот эта инструкция. Разбирайте, смотрите дальше. Этот промокод, о котором мы говорили, вот он расписан. Видите, да? Видео эти два посмотрите, тоже неплохо все рассказано. И о том, как промокод, вот этот, о котором мы говорили. Видите? в написано, как его использовать, вот расписано, как его вписывать, куда вписывать, есть инструкции, тоже посмотрите. Что заказываю я, вот расписано, можете посмотреть. Там, кстати, есть этот крем тоже. И полностью расписано. Вот смотрите, там топ-10 для потенции. Нажали, посмотрели, понравилось, заказали. Там топ-10 от простатита. Нажали, посмотрели, заказали. Для похудения. Нажали, посмотрели, заказали. Вот есть даже бритвы для мужчин и женщин. Нажали, посмотрели, заказали. И так много всего. Смотрите, какой список. Здесь все, все вы найдете обязательно. Каждый с вас найдет. Друзья, также... Помимо списка вы можете заказывать здесь вот и диабет, и простатит, все есть, и потенция, и стояк, все найдете. И для женщин очень много. Так вот, смотрите, подпишитесь обязательно на наш телеграм-канал. Здесь мы говорим про заработок в интернете, про крипту, про мотивацию и о том, как жить лучше, качественнее и украсить жизнь ЗОЖ, чтобы у вас все, как говорится, было здорово, богато и позитивно. Все в Телеграме. Подписывайтесь на наш Телеграм. Будем вместе и зарабатывать, и вместе будем двигаться по жизни. Друзья, удачи, крепкого вам здоровья. Надеюсь, данное видео было полезно. Все ссылки в описании. Чем бреете вы, вы бреваете ниже пояса, чем вы бреете яйца или свою киску, если вы женщина. Напишите тоже об этом в комментариях. У меня вот такой арсенал. Это еще не весь арсенал. Еще есть арсенал моей женщины, моей жены и любовницы. Поэтому, если интересно, я готов снять видео и жены и любовницы и ее рассказы и истории жизни если это интересно ставьте две пятерки в комментариях и напишите что давай историю я расскажу полностью историю чем они бреют как бреют и как они к этому пришли все друзья все ссылки в описании пока пока